учили мальчики щенка, возили с ним в саду. И он расстроенный слегка шагал на поводу, а на лужайке возле дач по вечерам играли в мяч. И догадаться как... На вид он скромен и неприметен, маленькой, серенькой, с длинным хвостом и большими, немного грустными глазами. Ой, почитай, я сажусь и читаю. Поиграй, но я с кошкой играю. Все равно я ужасно скучаю. Сэр, возьмите Алису. Ластик — известное дело, лягушка. Даже стихи такие есть. Головастики спешат превратиться в лягушат. Ну, тут русачок ему окончательно поверил. Серебела песенку с фиёлочкой бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка знать, дважды два четыре, дважды два четыре, а не шесть, а не семь, это ясно всем. Трижды три навеки девять. Девять. Ничего тут не подел. Портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет. Верно, верно. Николай Владимирович, а я придумал свое правило. Если подразумевается на голову, на себя, на нос, значит, надеть. Если этого на нет... Это Саша говорит. Здравствуйте, Саша. Будьте добры, Алика, к телефону, пожалуйста. С удовольствием. Вот теперь все правильно. А. Алик, вас к телефону, пожалуйста. Алло. Алик, здорово. Привет. Узнаешь? Пока нет. Угадай, кто говорит. Вовка. Да нет. Нет. Красавец. Тоже нет. Ага. Вот видите, выходит, что нет. Николай Владимирович, я вообще не понимаю, зачем эти трудности? Можно же проще сделать. Раз не слышится. Чачи, да? Да нет, мы знаем по собачьи, по кошачьи, по цыплячьи. По курячьи. Вот, вот, вот тут-то как раз по куриному. Ясно? Ясно. И последнее. Черточка пишется в наречиях с частицами. Кое-то... Пешеход. Смотреть надо не под ноги, а налево. Если машин нет, дойти до середины улицы и посмотреть направо. И тут вдруг машина. Что делать? А? Да я-то знаю, что делать, а вы? И я знаю. Надо бежать, пока цел. Куда бежать? Вижу, как шофер ведет его. И опять не вижу ничего. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тили-тили, роли-воли, это мы не проходили, это нам не задавали. И говорит. Ох, козлятушки, вы ребятушки, остаетесь вы без матушки. В огород иду за капустою, может, волк прийти, сердцем чувствую. Надо... Шалев от счастья, он с заливистым лаем носился по двору, но вскоре лапки у него замерзли, и он, съежившись, уселся под сливовым деревцем. И молодое сливовое деревце... Прошло несколько недель, горошинки пожелтели, пожелтел и стручок. Весь мир желтеет, говорили горошинки. Большую-пребольшую натаскал глины, стал глину мешать, мешал, мешал, да замесил гладкую ни камешка, ни зернышка, ни песочной крупы. Что-то на ходу. Сию минуту я уйду, мяукнула она. Вот уж не думала-то я, что нам чаевничать пора. Ура, 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 ура. Я поставил одну чашку для кошки, другую для Джорджа и третью для себя. Ну, а теперь рассказывай, в чем дело. Ребята дружно, всем зарядку делать.
отрубила сигнал побед. Мальчишке было так мало лет. На баррикаде под крик и стон. Забор упрется, и все. Вылезаешь и идешь со всей толпучкой в ихний самый знаменитый московское метро. Дедушка, а кто это метро придумал? Лапы вымою водой, повяжу тебе салфетку, ешь котлетку, ешь конфетку, молоко свое допей и пойдем гулять скорей. Это куры, это...